Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции. И в этом видео знаменитости, которые используют криптовалюту. На первом месте у нас Гвинет Пелтроу, которая уже несколько лет является владелицей крипты. И говорит именно про биткоин. На втором месте у нас Майк Тайсон, который является владельцем собственного холодного кошелька. Дальше из знаменитостей это у нас Билл Гейтс, который, скорее всего, одним из первых приобрел большую часть биткоина и является большим инвестором в криптовалюты. Ну, я думаю, это имя вы уже все давно слышали. Следующий у нас идет Эштон Кетчер и Мила Кунис, которые вы видели видео, недавно я постила, они рассказывали про Ethereum. Посмотрите. Так, теперь у нас идет Ричард Брэнсон, который недавно полетел в космос, и он также является большим инвестором. Следующий у нас идет известный как Доктор Хаус. Хью Лори является тоже владельцем крипты. Потом на следующем месте у нас Мадонна. И, конечно же, Джонни Депп, который даже рекламирует свою крипту. Не забывайте подписываться на наш канал, тут очень много информации, особенно в плейлистах. Выбирайте, что вам интересно, прогнозы, листинг, торговля для новичков, фьючерсы и так далее. Всем спасибо за просмотр, всем удачной торговли. Всем пока-пока.